Ну что, малыши карандаши, я нахожусь в Подольске, микрорайон Кузнечки. А почему я здесь? Потому что здесь я давал на изготовление свой загранпаспорт, и я его получил. Наконец-то теперь я могу полететь куда-нибудь, отдохнуть, выдохнуть и перезагрузиться. Какой довольный малыш. Ну что ж, настало время отметить будущие поездки. Надеюсь, это будет Вьетнам. Такой какой-нибудь. Угу. Еще решил сегодня поменять ситуацию в корне с путешествиями. Потому что брать с собой емкие там, духи, например, больших размеров, там гель для душа, шампунь, постоянно неудобно. Решил взять такие вот, как сказать, два дозатора. Вот такой маленький Рексона, чтобы можно было полететь в самолете. И вот для шампуня и геля для душа.